Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот очень часто проезжаю мимо госпиталя для животных. И вот сегодня я проезжаю и смотрю, а сегодня реабилитируют вот такую вот красивую собачку. Это очень интересно, даже занятно. И вот я теперь снимаю эту собачку. Но очень интересно даже. Получается, для братьев наших меньших вот такая вот история. Будем надеяться, что она выздоровеет. Всего хорошего. Вот что-то увижу еще по дороге. Обязательно вам покажу. До свидания.